случится. Значит, плечи, которые направлены вперед, говорит о том, что все эти мышцы сжаты, особенно ключицы. Поэтому подключичную, надключичную, саму ключичную зону мы просто так растягиваем. Вы левый подаете, а правый тянете? Да, вот этот подаю, а правый тяну. Это подключичная, надключичная. Это важно женщинам для чего? Чтобы признаки молодости. Это торчащие ключицы, ну и еще остальные части тела. Имеется в виду паховые связки, чтобы не заросшие были, не покрытые животом, как фартуком. Тут мы идем уже по ребрам дальше, шлифуем, чтобы мы проваливались, как бы, чтобы ключицы больше выделялись. Ну и, конечно, вот эту всю зону. Как эта сторона чувствует себя? Ну и само собой, что ребра-то вы уже работали, если вы по диагонали вот так вот после этого вообще подавите вот так вот. Видите, плечо распрямляется. Плечо опустилось. Оно не опустилось, оно было такое. Просто то поднялось. То есть осаночка восстанавливается плечевая.